Мы видим мы это коренное залегание, выход Арукаритовой свиты, где стволы эти, это чат, как сказать, в естественной это среде, это залегание. Что, в путь? Да. Чковские окаменелые деревья. Нам сейчас надо будет идти, это по дамбе, искусственные пруды. И дальше я вам уже расскажу о деревьях, о том, как создался этот геологический памятник, чем его уникальность. Как вообще это деревья образовались? Региональный ландшафтный парк Лебанбык. И здесь мы осмотрим геологический памятник, окаменевшие деревья Дружковские в районе поселка Дружковка. Парк, а дальше вот небольшая тропинка, которая ведет именно к геологическому памятнику, именно к тому обнажению песчаников, где впервые были увидены эти стволы. Скажу сразу, в современной палеонтологической литературе, науке эти деревья уже отнесли к совершенно другому. Он называется тадоксилон. И когда говорят окаменелые арукари, это по-научному уже неправильно, потому что надо говорить тадоксилон. Продолжаем ходить по Дружковскому геологическому заповеднику. Перешли на другое место. Здесь все то же самое. Окаменевшие деревья, но размеры их маленькие. Те мои воспоминания, которые где-то видел, читал в книжках. Огромные стволы по несколько метров длиной. И там больше полуметра в диаметре. Кто-то их похоже уже тут нет. Один из крупных кусков.